Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Почта, награды. Угу. Отлично. Слушай-ка, ну, за такие награды я могу сейчас много что себе, наверное, приобрести. Так, посмотрим, что тут у нас. Так, что, игру так и не починили, что ли? Не могу понять, столько времени уже прошло. Да, ну быть такого не может. Ну-ка. Ну здесь-то все работает. Хм. Так, рейды Альянса. А ну-ка дай-ка я гляну, что у нас тут. Угу. Мне вот это вот, пожалуйста, покажите. Это не хочу. Ага. Ослепительное, ребята, я еще беру. Тут десятка, а тут, смотри, тут двадцатка. Хм. Минерва. 20. Блин, мне бы Минерву... Вот кто мне нужен. Вот, друзья мои. Кул обсидиант. У меня его нету. Мне надо на него копить. Так, 25 очков. Этого мало. Здесь. Ну, давай синее снаряжение откроем. Фигню какую-то дали, если честно. Так, содержит оранжевое снаряжение. Ну-ка. Опять ерунда. И последнее. Да где там сфера-то эта? Вот она. Тоже оранжевые материалы. Хорош. Так, сколько у меня этих? Ну, тут мало звезд, тут вообще мало всего. Тут 8, тут 0. В чем разница? Не знаю, ребят. Так, по припасам. Я покупаю. Я покупаю, чтобы, друзья, здесь выполнить событие. Так, этап завершен, да? Ну что, сегодня пойдем на события, друзья мои, которые я хотел пройти. Сейчас только здесь заберем. Все. Было 16 лямов, осталось, друзья мои, вон сколько. Нужен ли мне серебряный серфер? Нужен, но тратить на него как бы... Вот эти вот сферы, ну, не особо хочется, ребят. О, вот здесь вот 0 приобретем. И, наверное, пока хорош. Пока, наверное, хорош. Сколько мы тут сделали? 2, да? А, 8. Фига себе, 2. А почему вот эти мне не дают? Там получил, а вот эти вот 2 мне почему-то не дают, друзья. Так, получить что там? 3 уникальные вещи? Тебя умоляю. Нашли тоже мне уникальные вещи. 4 мини-уникальных предмета 15-й категории, да? Ну, пока все. Так, ребят, ну что? Сейчас в налет еще загляну. Блин, ну хочется, ребят, ну хочется. На первый этаж хотя бы пройти. Ну, ведь не справлюсь я. Даже можно симуляцию, конечно, сделать. Можешь рискнуть. Изменить команду могу? А, нет. Это самые сильные стоят здесь. Ну, против вот этих вот. Не, шансов нету. Даже пыхтеть, ребят, не стоит. Просто меня там размолотят и все. Когда закончится? Сколько времени ждать? Зарабатывает 6-ю красную звезду для персонажа плащ. Улучшает плащ до 6 красных звезд. Неплохо.
чувачок там разошелся. Рейды Альянса. Сколько у меня очков? 25. Давай. Быстренько пробежим. Ой. Ну. Победа, да? И вот здесь вот. Само собой, через симуляцию, ребята, играем. Через симуляцию. Можно было бы, конечно, это, но это очень много времени уйдет на то, что пока мы будем с тобой смотреть эти все поединки. Поэтому здесь я могу позволить через симуляцию сделать себе. Так, давай дойдем с тобой до красного черепа. Взгреем его. Вот как раз нам хватает. Надеюсь, мы его взгреем. Так, получается снаряжение категории 13 для персонажа Стервятник Академона. Так, все, у меня больше энергии пока нету, ребят. С этими, с рейдами заканчиваем. Неужели не отдадут, а, награду? Прикинь, не отдают. А вот так вот отдали. Вот как хочешь, так и понимаю. Ну что, друзья мои, события. Во-первых, вот, обман зрения. Фух, в бой. Я выполнил все условия. Значит, ты думаешь, что можешь просто вломиться сюда и забрать мою межпространственную открывашку, да? Ты должен послушать нас. Даже если служишь Ультимусу, этот прибор разрушает измерение Нексус. И что? Ребята, вам что-то непонятно в словах «безумный ученый»? Кроме того, без него мне негде взять столько копий моих приятелей. И из кого тогда делать рабов? Придется вернуться к клонам. А клоны, уж поверь, это такая морока. Кстати, а вот и мои друзья. А вот и мои друзья. Слушай, а я справлюсь ли такой командой-то? А у меня выбора нету. Слушай, ну вроде починили, ребята, не вылетает игра, как ты видишь. Все тихо, мирно. Ладно, я сейчас попробую, ребята, накумарить. Если я получу 130 карточек на эту леди, значит, из тебя, носорог, я, естественно, сделаю чучело и повешу над камином, прямо с этим рогом. Классика. Ну а что насчет твоей кожи, Норми? А может, пустить на сапоги? Ха, мне нравится эта копия тебя, паучок. Пожалуй, после победы будешь у меня домашним животным. Так, стоп. Что? Так, друзья мои, ну, во-первых, делаем вот это. Блин, нам надо провокаторов бомбить. Ну и хила тоже нужно уничтожать. Ты серьезно? Они настолько ватные? Тогда все понятно. Господи, я-то думал, что мы с тобой будем париться. А тут... Ой. Удар выставил против нас мелкую сошку и их любящую мамочку. Даже оскорбительно. Хорошо, что нам есть на кого выместить недовольство. Джессика Джонс и Черная Вдова изменены Великим Пауком. Они будут использовать мощную способность на каждом ходу. О-оу. Ну-ка, удар. А вот их осталось двое. Мы скрытно сделали. Хорош, носорог. Стервятник. Вот и все. Друзья, по-моему, победа. Не по-моему, а победа. Ой, блин. Я забыл посмотреть на это количество. Еще пятеро. Ну-ка.
Двое легли отдохнуть. Так, карателю минус. Нет, выжил. Палач еще, ребята, выжил. Готов. Пунишер отдыхает. На тебе. Мы его ослепили. И заблокировали. Все, он надуплился, ребята. Мы оторвались, но надолго ли? Мистерио, Осборн, можете отключить машину? Этот прибор кажется сложнее, чем те, с которыми я имел дело. Понадобится время. В этом вся проблема Эй-Ричардовых технологий. Трубы все эти, вентили, никакой эстетики. Чем больше ты оскорбляешь моего мужа, Норман, тем сложнее мне будет удержаться и вернуть тебя в целости и сохранности. А уж я-то как хочу нарушить твою целостность. Привет, привет. Помните меня? А моих приятелей? Их слишком много. Отступаем. Ну что ж, друзья мои, победы. 130 карточек мы получаем на леди. И, соответственно, я сейчас ее повышу в ранге. Требуется 5 персонажей из зловещей шестерки с 6 звездами. Ну, друзья мои, тут не скоро. Опа, убийца пауков. Ящер. Крейвен охотник, зеленый гоблин. Это что за... Это что, новые персонажи, что ли, введены в игру? Ну-ка, секунду. Так, во-первых, давай я найду леди. Ну, чтобы ее прокачать, само собой. Так, где она? Вот она, друзья мои. Она получает у меня 5-ю звезду. Новый ранг. О, да. Замечательно. Так, а теперь я хочу посмотреть, неужели действительно новых персонажей ввели в игру? Так, это все было. Это было. Так, это все было, ребята. Точно. Крейвена охотника не было, зеленого гоблина не было, друзья мои. И убийца пауков, и ящер — это новое все. Слушай, круто выглядит. А это-то кто? Убийца пауков. Откуда вообще взялся этот убийца пауков? Кто он такой? А ящер как выглядит? Как ящер. Напоминает мне, знаешь, кого? Кожеголового из черепашек ниндзя, если честно. Так, а Крейвен? С чем он? С ножом, с тесаком? Это Буян. Он из паучьей вселенной? Слушай, это... Нет, это не тигр. Зловещая шестерка. Я что-то не могу вспомнить его. Это не человек... Не человек-лев. Не он ли случайно? Блин, как же я хочу вот этого чувака, а себе, ребят. Не знаю почему, но вот хочу, чтобы он у меня был. Так, где мой блокнотик? Кого мы должны там искать? Я должен найти Мистик и Псайлок. Мистик и Псайлок. Энергия-то хоть есть, есть, ребята. Ладно. Так, еще 20 надо. Блин. Проникновение. Не буду я пока здесь улучшать, друзья. Ну, не хочу. Ну а на псайлок, наверное, тоже нам придется. Я не буду откаты делать. Блин, ну тут 50. Не буду я делать. Потом дождусь, когда, ребята, откат пойдет. И лучше в обычном режиме сделать. Так, ну что, пошли с тобой на следующее событие. Кстати, тут у нас... Ага. Так, здесь забрали и здесь. Отлично.
Так, ребята, следующее событие, это связано с Джаггернаутом. Не понял. Опа. А, точно, ребята, мне же нужна была боеголовка. Я ее открыл, и теперь у нас... Доктор Сминог. Дом скрывает важнейшие точки своего предприятия, но я нашел их, причем только силой интеллекта. Мои навыки безупречного планирования помогут нам нарушить работу этих ключевых станций и получить преимущество. Смотрю, в своих силах ты уверен, зачем тогда понадобились мы? Почему не используешь свою зловещую шестерку? Хм, кого? Носорога? Шокера? Это грубые инструменты. А для данной операции требуется скальпель. И хотя никто из удара не сравнится с Отто Октавиусом, по твоим началам работает команда из спецагентов. Ну что скажешь, Фьюри? У меня уже есть подходящая команда. Сила X, есть задание. Ох, поездочка. Я захвачу желтого полосатика. Так, ну что, друзья мои, я готов. Ну что же, начинается у нас с вами эпопея зловещей шестерки. То есть доктор Октавиус или доктор Сминог в переводе мне очень пригодится. Я переместил команду на тот склад в Нью-Йорке, о котором ты сказал. Что в этом месте такого особенного? Ок? Это центральный порт для всех поставок дома в Европу. Сорвем работу здесь, прервутся его каналы и поставки. Перед вами рука нарушители. Вы вернулись на землю, только чтобы отправиться прямиком в могилу. Ну что же, начнем потихоньку. Гравитон, ты мне здесь не нужен. Упс. Есть. Серьезно? Мы слишком перекачаны. Ага, ну-ка. Крутая девчуля. Вау, опять ты здесь. Это что у него такое? Регенерацию вешает. По-моему, ребята, шокеру. Так, Эйбл сделал лечение. Нам надо гравитона, ребят, наверное, убрать. Или ведьму. А, тут два гравитона. Ну, уже, наверное, один. Фига себе, они вместе. Я не знал, что Дэдпул с Кейблом имеют совместную атаку. Серьезно говорю, я не знал. Так, вон того гравитона тоже надо бомбить. Да ему крышка, скорее всего. Блин. Я убил не гравитона, он у нас под провокацией чувак был. На! Ну, она слабая, конечно. Но зато, ребята, я видел, когда она прокачана, как она жестко бомбит. Ты посмотри, сколько у нее серий атак. Кейбл, добьешь? Двоих? Хм. Так, теперь я хочу посмотреть, что это за удар такой. Массовый. Шикарно. Как же я обожаю, как, ребята, здесь сделаны вот эти вот все удары. Прям вот действительно в игру, ребята, вложили душу разработчики. Классные пижамки. А вас не раздражает, когда приходите на тусу? А там уже кто-то есть в таком же костюмчике. Как вы носите... как вы выносите этого клоуна? Да, он хуже паучка, почти. Дэдпул тоже бывает полезен, например, когда надо разобраться с вон теми убегающими бойцами руки. Что? Нельзя допустить, чтобы они предупредили Дума, наш штурм только начался. Слушай, ну мне понравился Октавиус. У него есть хил, у него есть массовая атака, то есть вообще шикарно. Но тут всего лишь 30 карточек, ребята, я его не открою. Сейчас посмотрим, сколько нужно звездочек для второго события. О, да! О, да, ребята. Сейчас почитаем. Силы X с тремя звездами и выше. Если я пройду... Но здесь-то вряд ли. Здесь, наверное, уже надо будет 4 звезды, да? Я вот думаю, если я здесь пройду...
Мистики, готовьте портал из адской кухни, мы перегруппируемся и обо всем сообщим лорду Думу. А, Электро, я про тебя читал, опытный убийца, глава руки. Кто-то даже говорит, что ты якобы вернулась из мира мертвых. Но на этот раз, дорогая, тебе не так повезет. Ну, мы тут с тобой рулим за счет... По большому счету, за счет Дэдпула мы с тобой рулим здесь. И Кейба. Остальные у меня персонажи, ну, честно скажу, ватные. И я даже не знаю, что у нас вот в этом поединке будет. Ок, если ты закончил с пламенными речами, у нас тут операция в процессе. Если не разберемся с теми мистиками, они известят Дума, и тогда считай все. Дум? Уже иду, Нейт. Их запасы везения закончились. Побейте вражеских операторов, не дайте им уйти. А где операторы вражеские? Вижу. Блин, что? Это что такое? Мои головку растоптали, ребят. Ну ты сам понимаешь, Дэдпул есть Дэдпул. Он прокачанный, ребята. Кстати, осьминог у нас тоже, хоть он не прокачанный, но он дается уже усиленным. Погнали. Фига, он его за грудки взял. Да. Невидимый что ли делает? Воу, а мне вот эту надо бомбить, ребята. Так. Ваши жалкие попытки остановить нас бесполезны. Так, стадия 1 из 4 завершена. Ребята, надо валить ее. Смотри, вон они вдвоем. Этот поднимает, а этот из гранатомета. Это, конечно, смотрится круто. Ну куда ты? Ну что ты? Так, Электру мы в любом случае с тобой не подобьем, поэтому давай, наверное, сделаем вот так вот. Дэдпул, ты издеваешься, что ли, надо мной? Блин. Готова, девочка. Слушай, ну какая она шустрая, а? Шикарно. Вот этого бы мне, конечно, говнюка, ребята, вальнуть. Двойников выставляет, да? Ну, понятно. А кто это такая-то у нас? Вдова, что ли? Мистик. Хиляемся. Регенерацию вешаем. А, он еще и к жизни... Серьезно? Мы к жизни вернули, ребята, этого. Шокера. Блин, ну это двойники, Локи. Фига, у него... А что-то он сделал и что произошло, я не понял. Он выстрелил. Но ничего особого такого не произошло. Зря ты, парень, на Дэдпула-то лезешь. Смотри, что вытворяет, а? Нам нужно оригинально. Оригинальный скрыт. Тогда мистика. Блин, какой мистик, это опять в провокации стоял. Что, прозрел парень? Массовая атака, ребят, сейчас будет. Все, а, блин, мистик выжила. Это ненадолго. В табло с ноги. Да твою налево, тут еще стадия... Вот этих надо бомбить. На, валуном в репу, ребят. Это круто. Блин, тут еще и джиггернаут. Слушай. А, тут стадии еще.
в минус. Так, вот этого надо тоже, ребята. Готово. Отлично сработали, подчиненные. Рука пала, а канал поставки Дума перекрыт. Хотя, Кейбл, ты говорил со мной непозволительным тоном. Не забывай, кто здесь главный. А, я помню, не волнуйся. Прошли, друзья. Слушай, а мне дадут возможность открыть доктора осьминога или нет? Завербовать? Нет, походу не дадут. Ой, жаль, сколько там 80 карточек. Жаль, а сколько вообще он стоит? Ребят, давайте-ка глянем. Мне самому интересно, сколько стоит вербовка. Ох, ё-моё, это нужно будет то событие пройти, и только после этого мы с тобой его откроем. Вот оно что, друзья. То есть довольно недешевый персонаж. Ну что же, а у нас следующее, ребята, событие. Так, подожди, я сейчас гляну, сколько там чего надо. Так, требуется персонажей силы X с 4 звездами и выше. У нас только здесь. Раз, два. Да. Псайлок, домино и боеголовку нужно прокачивать до 4 звезд. Нет, это не дешево, ребята. Ну что же, а вот, ребята, и события. В бой. На останках мира, уничтоженного во время вторжения. Держись от меня подальше. Я пришла, чтобы освободить тебя из этой пустоши и приветствовать в моей славной армии нежити. Дамочка, я пережил конец света. Ты правда думаешь, что сможешь убить меня? Я? Мне не нужно марать руки. Еда. Отвяжись от меня. Хочу мозги. Добро пожаловать в команду. А теперь давай найдем тебе подходящий корм. Так, то есть теперь понятно, почему Джиггернаут стал зомби. Его, да, его использовал железный человек-зомби. Он его укусил и превратил его в зомби под предводительством, опять же, Хеллы. Джиггернаут, ты как раз вовремя. Это не он. Больше нет. Кое-кому лучше объясниться. Мозги. Ну что, друзья мои, 13 врагов будет здесь. Так, жаба, отвали. Ну что, будем смотреть, как у нас ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, не надо, не надо. Я ослепил еще, гад. Слушай, жаба, ты задолбала два раза подряд ходить-то. Я даже не знаю, кого в первую очередь валить здесь. А, у него провокация, значит, его. Чё? Блин, это мистик достал, а. Ну что, я беру провокацию, друзья, здесь. Ой-ой-ой, Джиггернаут, это крышка, да? Ну ладно, мы, если что, вернем его к жизни, друзья мои. Пока вешаем на них кровотечение. Блин, ну у нас слепота, это очень фигово. Да ты запарил по два раза-то ходить, ну ё-моё, блин. Кровотечение, блин, просто, ребята, нас... Да этот провокацию все еще до сих пор держит. Насколько кританул? На 106 тысяч. Фига.
Так, надо теперь, ребята, от магнита избавляться. Мне так кажется. Это вообще ни о чем урон был сейчас. Давай Джаггернаута вернем хотя бы к жизни. Да ты заколебал ты, блин, Вервольф, блин. Опять остыл, ребята, здоровье, фиг, да нифига, блин. Он не успевает ничего сделать, ребята, его сразу валят. Замедление повесил только лишь. Упал. Мы все задебафаны. Просто, ребята, задебафаны. Это кровотечение. Запрет использовать навыки. Жаба, ты сдохнешь сегодня или нет? Ты опять? Так, надо магнета этого валить, ребята. Ну, достанет. Еще 9 врагов будет. Да ну хорош, блин. Та же самая команда, ребят. Здоровски. Начинается, блин. Я в шоке. Этот еще берет на себя провокацию. Щиты восстановил и плюс провокация. А это кто? Это кто? Стерва. Ну че я, блин, у меня только провокация, мы промахиваемся, потому что мы слепые, блин. Охренеть. Кто это такая? Мадлен Прайер. Смотри, как она у меня житухи отнимает. Походу все, меня тут, ребята, разбомбили к чертовой бабушке. Промахивается. Это трэш. Я в шоке, ребята. Охренеть, ты посмотри, что там. Что на меня там понавешали. Угу. Мне здесь не выжить. Мне надо усиливать. Я, кажется, знаю, ребят, кого мне нужно в первую очередь усиливать. Это Джаггернаута. Все. Погибла моя Марвел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Это еще трое, ребята, остается противников. Пипец просто какой-то. Просто пипец. Я вот чего-чего не, ну, не ожидал, что вот так вот меня размажут здесь. Просто по стенке. Что делать? Блин, награда слишком хороша, ребята. Я все равно пройду. Ну, невозможно, не прямо сейчас. Кстати, мне нужно, знаешь, что сделать? Автопобеду. Давай сделаем. Так. Вот так. По-моему, хватит, да, чтобы получить сферу или не хватит? Сейчас посмотрим, подожди секунду. По-моему, должно хватить мне. Да, хватает. Ну давай, лишь бы повезло, лишь бы повезло, лишь бы повезло. А что вот эти вот надгробия делают? Оу. А содержит 50-100 скоков избранных персонажей? Ну-ка. Ох, нифига себе.
Да ладно, Мадлен Прайер сразу... Прикинь. Обалдеть, ребята. Просто взял так вот из куста ее получил. Кто такая? Ну мы видели только что, что это Мадлен Прайер делает. Она делает просто, блин, какую-то дичь. Фух, просто, ребята, дичь вытворяет она. Ну, тут даже, нечего пока делать. Кто же ты, Мадлен Прайер? Покинутый клон Джин Грей, Мадлен Прайер, использует свои телепатические силы и магию, чтобы сокрушить противников. Что за покинутый клон? Но фигурка у нее неплохая. Так, друзья мои. Псионический удар наносит основной цели 70% урона. Адская воронка. Она наносит всем врагам 80% урона. Если среди врагов есть циклоп, феникс или темный феникс, проводит бонусную атаку по всем целям, нанося 80% урона. Циклоп, феникс или темный феникс. Еще темный феникс какой-то. Сразу новый ранг. Итого 3 звезды, друзья мои. А что за темный феникс? Оу, пустельга, ребята, может прокачаться у меня чуть-чуть. Так, а этот? Угу. Дай-ка я улучшение сделаю здесь. На нашего зеленого гоблина. Хорош. Капитан Америка. Значит так, вдохновление. Дает провокацию на 2 хода. Дает энергию 2 случайным союзникам. 20 куронов по основной и дополнительным целям. Снимая 2 положительных... Ага, вот это вот возьмем, ребята. Да куда ты, блин? Такс, и... Пустельга. Тренинг. Ну, тренинг я буду делать не ей. Потому что тут, во-первых, мало баллов, очков. Блин, ну тут, конечно, трэш. Джаггернаут. Где у меня Джаггер? Джаггер, Джаггернаут. Что-то я не понял. Подожди. Так я же его не прокачивал. Он же... А куда он у меня... Куда он переместился-то? Вот он. Ой, блин, я не того... Кого ты прокачал, Рейд? Вот ты баран. Ты же, блин, не этого... Ай, ё-моё, ребята, я не того... А где он у меня? Бессмертные. Какой у него уровень-то? 60-й. Ой, как я тупанул-то, а, друзья мои. Ну как так надо было, блин, тупануть? Не того прокачало, а. Тьфу. Тупо не того джиггернаута прокачал. Да. Боец. Понятное дело, что он боец. Блин, просто в никуда, ребята, слил очки все. Обидно. Обидно, что так получилось. Внимательность опять на радостях, блин. Так, что у нас тут? Ну, получить. Так, сколько? 30. Так, ну, тигрицу я еще, ребят, не скоро получу.
Похоже, да? Две сферы на золото. 330 тысяч. Так мало. Модули. Ну хотя бы на модулях повезет. 69. 69. Так, у нас в этом событии кто вообще принимает участие? Я просто хочу, ребята, понять. То есть Джиггернаут в любом случае, да, должен быть? Как-то, блин, не склеивается у меня здесь. Джиггернаут, блин, мощей-то всего 5000, ребят, 5000 мощей. Этот вот стрелок, ну он вообще ни о чем. Пустельгу, если брать. Вот смотри, 45, 45, 44, 47. Блин. Просто награда такая шикарная. 600. 600, 400 модулей, нифига себе. И осталось всего лишь 3 дня, ребята, блин. Ладно, поехали, попробуем. Еще разок попробуем. Да пропусти ты это все. Не знаю. Понимаешь, дело в том, что они меня, ребята, сразу блокируют. Они блокируют, вешают на меня кучу, блин, дебафов. И мне от этого, ну, никуда не деться. Мозги, вот тебе и мозги, блин. Этот сразу врубает, блин, провокацию. Плюс щиты, а этот сразу тоже с массовой атаки. Видишь, начинается у них. Жаба вшивая, ну. Да успокойся ты, блин. И этот, вот. Охренеть. Вот, он слепоту, ребята, навешивает. Все, и тут вот начинается. И опять вот этот вот начинает бежать, бегать. Этот провокацию делает. С контратакой причем. Ну. На 85 тысяч, блин. Промахивается. А знаешь, почему промахивается? Потому что он слепой, наверное, да? Слепота на нем висит. Ну да, на нем, блин, висит слепота. О, сейчас начнется. Ну и вот смотри, уже, ребята, кровотечение понавешал на нас. Ты хоть попадешь своей атакой? Она прома... Ребята, если... Бесит! Ты посмотри, навешивает, блин, кровотечение сколько. Да как его, блин, заблокировано-то, я не пойму, блин, с фига не заблокировано-то. Ну, смотри, и что я тут сделаю? Да ни хрена я тут не сделаю, все, короче, блин, размотали. Столько, блин, кровотечения понавешать, ну ты как, вот, ты что, нормально считаешь?
Все, хана. Вот объясни мне одну вещь. Он 45 уровня. Какого хрена у него столько мощей, как будто он 100 уровня? Долбаная команда, блин. Разрушение, да, их хана. Да, в любом случае, ребят, тут кранты. Тут мы сыграли даже хуже, чем в тот раз. Во-первых, их тут намного больше, чем нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, ты прикинь, нас всего лишь пять, а их уже шесть. И они начинают, ребята, по своей инициативе сразу наяривать. Я сейчас попробую взять какую-нибудь команду. Какой у них там 45 уровень, да? Сейчас, подожди, посмотрю. Может быть, нам немножко команду изменить, блин. Например, убрать Кроссбоунса, например. Что у них тут? 44, 45, 46, да? Давай, допустим. Если взять отряд зомби... Отряд зомби брать, блин, ну это смысл. Если мы возьмем, например, пустельгу. Нет, не пустельгу. Мы лучше, знаешь, как сделаем? Ну, блин, ну Джиггернаут здесь. Это хорошо, если он с армией зомби был бы, да? Ну прям вообще не алло. Может быть, вместо Минервы взять... Я не знаю, что вместо Минервы взять. Джиггернаут же нужен. А что мне толку от Таноса? Жаба, ты это достала, но... Все, ребята, он вот сразу же повесили на нас слепоту, и все, я ничего сделать абсолютно не смогу сейчас. Потому что я буду промахиваться вечно. Из-за вот этой долбанной слепоты. Минус Джиггернаут. Навешивает, блядь, кровотечение, ублюдок, блин. Да нет, не канает это все. Косорылый, слепой, блин, как я не знаю, как. Нет. Танос, ватник, сразу, ребята, видно. Его разбомбили. Просто разбомбили. Пира сам по себе вата.
Ослабление атаки. Жаба ходит 2 раза, блин. 3 раза. Ну вот, блин, сейчас начнет опять этот, возьмет провокацию, этот сразу бомбанет, они сразу себе щиты понавешали здесь. Этот блокирует еще, блин. Хорош. Запрет на лечение, слепота. Ну как вот здесь, вот, ребята, можно, блин, драться с ним? Ну как, ну... Ну... Просто без шансов. А знаешь что? Давай, знаешь, попробуем чего? Сейчас, ребят. Попробуем нашу старую, блин, добрую команду. Блин, у них уровень маленький. Как думаешь, есть шанс? Мне кажется, нету. Посмотрим. Что, сразу сразу начинается с блокировки, да? Все, слепота. Так, ну у нас есть... Мне нужно снять негатив весь. Вот. Так, с провокацией, гад. Этот джиггернаут у нас под слепотой. Да они, блин, они под слепотой, ничего не могут, он промахивается, все удары, ребята, в промах идут. Кровотечение, сейчас целую кучу кровотечения навешивает. Офигеть, блин. Ну это же, ну что это? Ну я, честно говоря, думал, что хоть как-то, да, а тут никак вообще. Это померла, все, ребят. Да, все, разбомбили. Я не знаю, какую тут надо команду, блин, брать, чтобы этих ублюдков всех разнести. Плешивая жаба, как ты меня бесишь, а? Она так-то хорошая, ребята, команда, вот это вот. Но просто мало мощей у нас. Я не справляюсь из-за того, что мало мощей. Вот и все. Как бы я не хотел, но надо признать этот факт.
И уровень снаряжения слабый, и вообще. А той командой я не пройду никогда, потому что там солянка чистой воды. И здесь тоже, ребята. Так, подожди, где мы остановились? Вот здесь вот, на этом, да? На этом этапе. Я даже здесь не могу пройти, хотя тут уровень намного меньше. Хотя давай попробуем, может быть. Может быть получится на этот раз. Они все-таки чуть-чуть у меня прокачались. Чуть-чуть. Самую малость, блин. Может быть получится все-таки пройти этот этап хотя бы. Блин, ну 3 дня. Что я за 3 дня смогу сделать? Да ничего, ребята, я существенно там не вырасту. Но награды там, конечно, шикарные. Так. Это все читали? Это все, ребята, из старой оперы? Так, 14 врагов. Погнали. Я он там расстрелялся, болванчик. Этот Лок еще там издевается. Надо массово так и вот этого вот чушка уничтожить. Но когда придут 2 джубили, это будет, конечно, ребята, что-то с чем-то. Давай так сделаем, фиксим. Корг минус. Слепота. Слепота — это хреново, друзья. И у этого слепота, поэтому он промахивается. Давай. Так, еще 10. Сейчас придет, наверное, новая команда. Там как раз-то 2 джубили будет. Так, 8 врагов. Вот они, ребята, 2 джубилети. Он что, сразу появляется с провокацией, что ли? Серьезно, блин? Сейчас начнется. Монетки подбрасывание, всякая дребудень вот эта вот их. Поехали, групповую атаку. Ох, хорошо как. Это джуби... Все, это готово. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. А, у нас Капитан Америка... А, еще же этот, блин. Я забыл про него. Надо доктора этого валить. Усиление, иммунитет. Давай. Да блин, ну...
начинается. Вот этого я не понимаю. Ну, что, блин, происходит в игре? Начинается вот эта вот взбучка, блин. Они ходят друг за другом, блин, без остановки. Да какого хрена, блин? Он что, слепой, что ли? Он не видит нифига. Да, он слепой, ребят. Этого, блин, ублюдка, вали. Наконец-то. Да убей ты Джубилита, блин, эту, а. Это что еще такое? По-моему, кого-то у меня убили, блин. Раз, два, три, четыре. Кого-то уничтожили, кого, не могу понять только. Кого убили-то у меня? Херали, он на нее-то напал. Блин, я не могу понять, кого у меня убили. Зимний солдат. Не выдержал он натиска. К сожалению, блин. Так, это просто останки всех вселенных, которых уничтожил Ультимус. По большей части. Мы можем им как-то помочь. Капитан, сейчас мы должны думать о собственной реальности. И после этого мы сможем сосредоточиться на других. Слушай, я прошел, ну, не на 3 звезды, ребята. Соответственно, этот уровень я фармить не могу. Но, насколько я понимаю, там фармить-то особо и нечего. На этом этапе. Да? Ну, да. Ёпарасоте. Как думаешь, потяну? Так, новый боец где-то рядом, его зовут Темный Ястреб. Слушай, ну это все то же самое у нас и было при первом же прохождении. Я не могу, ребята, здесь без Темного Ястреба пойти. Тут тырки, а. Вот зачем они так делают, а? Вот скажи мне, зачем они ставят такие уровни, где заведомо у меня нет этих персонажей? А может быть, я хочу его получить, а мне никак этого не сделать, потому что, ну, обидно. Обидно? Обидно, досадно, ну ладно, чё. Вроде бы кажется, да? 76 уровень. Максимальный, тут со шмотками. А если у тебя нету синергии между бойцами, разносят как шелуху. Просто, друзья мои, как шелуху. И ничего тебе не поможет. Магнеты этот, блин. Нужно прокачивать им все-таки шмотки, ребята. Ну, по большому счету. Выглядит прикольно, конечно. Но он такой слабый, такой ватный. Но если сделать армию из нежити, это получается... А кто в эту армию входит? Джиггернаут. Этот. Хелла. А сейчас можно посмотреть, кстати, армию бессмертных. Кто вообще в нее входит? Хелла, Джиггернаут и Железный Человек-зомби?
Ну, что-то как-то... Что-то как-то слабенькое. Команда, состоящая из трех персонажей. Так, а что у нас там открывается? Сокрушительная смерть. Распространяет все кровотечения с основной цели на все ближайшие. Наносит основной ближайшим целям 110% урона и еще 10% урона за каждое кровотечение. А также похищает 10% здоровья. Так, и тут во время появления дает провокацию. Когда персонаж атакует, если у вас есть готовность заполнять шкалу скорости, ну понятно. Он появляется с провокацией на его-то уровне, его сразу, ребята сразу просто, его сметут. Давай будем честны, его просто сметут. И ничего тебе там не поможет. Как-то так. Блин, мне нравится. Зомбарик. Можно еще немножко потренировать его. Уровень, по большому счету, я так понимаю, здесь вообще ничего не дает, ребят. Уровень, ну 61 уровень, ну и что толку-то? Можно также иметь, блин, там, я не знаю, 20 уровень, ну, прокачанный по одежде. Ну, тут, видишь, тут некоторые шмотки ты не сможешь надеть, пока у тебя не будет определенного уровня. Ну, вот так вот тут сделано, ребят. И пока ты не прокачаешься, ничего здесь тебе не будет. Улучшение. Ну, еще, конечно, хотелось бы вот здесь что-то. Так, здесь еще надо, да, найти? Ну, по одной я имею в виду. Ты издеваешься сейчас, блин, да, надо мной? Так, здесь и вот тут. За 8 до 3 степени. Это что нам дает? 25 к урону от бонусной атаки Иза. И дает еще 5 урона. А вот, ребята, боеготовность. Про которую там что-то трезвонили. Ну, ладно, здесь я дальше, наверное, не буду. Здесь ничего хорошего, наверное, не выпадет. Понятное дело, что тут может выпасть. Давай. Надел ритузы. Я
Интересно, а вот эта вот армия бессмертных, она... Чего, ты их прям в троих надо брать, что ли? Ну, получается, так у них армия состоит? То есть не пять, а троих нужно брать. Немножко как-то подозрительно, если честно. Этапы. Так, давай здесь заберем все. Тут вообще ни о чем. И здесь. Пум-пум-пум-пум. Ну, в принципе, наверное, ребята, и все. Но, тем не менее, сегодня мы получили что? Мы получили... Подняли уровень. На леди. Как бы уже неплохо, друзья. Ну, доктор осьминога, конечно, не получили, не дали мне. Так, подожди. Давай, наверное, я лучше... Куда? Сюда, да? Сюда, наверное, лучше потратить. Вот, и этот... И надо мне прокачивать, ребята, мистика и псайлок. Вот, для того, чтобы у меня были доступны следующие испытания. На войне альянсов. А там энергии все равно нет. У меня я не смогу, ребята, наверное, воевать. К тому же тут идет защита. А мне надо, чтобы была атака. Защита у меня уже давно там стоит. В общем, пройду арену, поиграю чуть-чуть. Но это уже за кадром, ребят. Сейчас не буду я парить никого. Так, а тут что нужно? Не хватает уровня, да? 79 уровень нужен. Понятно. Ну что, ребята, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.